Это 2-летний Али. Ребенок в течение 1 года из здорового малыша превратился в инвалида. Диагноз – склерозующий панэнцефалит. Но самое страшное в вердикте врачей – Али навсегда будет прикован к постели. Но родители ребенка не согласились с таким заключением докторов и начали борьбу за здоровье сына. Мои коллеги выяснили, что послужило причиной страшного недуга и есть ли надежда на выздоровление мальчика. Это последняя запись, на которой маленький Али радует своих родителей. Мальчик ничем не отличался от своих сверстников. Родился настоящим батыром весом почти 5 килограммов. В 4 месяца ребенок заболел корью. Тогда диагноз не вызывал опасения у мамы. Многие дети ею переболели. Их положили в больницу. Спустя 10 дней они вернулись домой. Я еще раз про себя подумала, ой, ну хорошо, переболели в детстве. Чем старше ребенок болеет, тем хуже протекает болезнь. Переболели, все, ну алла, шкур, нормально все прошло. Выписались, и все, ребенок развивался. И когда ему было 1 год и 11 месяцев, он начал просто спотыкаться и падать. Ну, я мужу говорю, ну что-то не так, что-то не то, давай вызовем домой педиатра. Педиатр не стала делать поспешных выводов и отправила к невропатологу. Начались походы по врачам. Никто не мог поставить точный диагноз. А состояние Али с каждым днем только ухудшалось. Он уже не мог держать голову. В итоге мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. После сдачи всех анализов ребенку поставили страшный диагноз – панэнцефалит. Состояние было ужасное. Ну, просто вот когда ребенок бегал, прыгал, разговаривал, ходил. И вот в таком состоянии, он, когда мы его забрали домой, он вроде как бы хочет попытку, вот, а у него видно, что нету сил. Он не может уже пищу глотать на тот момент. Просто вот его с ложечки кормим, и вот он поперхивается, вот он не может глотать. Когда мы вышли с кабинетом с мужем, я просто села, сидела, плакала. Муж плачет, я плачу. Тяжело, когда твой ребенок мучится от боли у тебя на глазах, и ты ничем не можешь помочь, говорит Разия со слезами на глазах. Родители Али не сдаются. Несмотря на все вердикты врачей, они не теряют надежды поставить своего малыша на ноги. Отправляли документы в ведущие зарубежные клиники. С ними связался нейроиммунолог из Украины Дмитрий Мальцев. Ему отправили все анализы ребенка, и доктор согласился лечить Али. Но в клинике сразу же сказали, что дорогу он не выдержит. Пришлось отправлять анализы по интернету. Украинские врачи подтвердили диагноз, расписали курс лечения. Как выяснилось, таких медицинских препаратов от этой болезни нет в Казахстане. И почтой отправляли лекарства. На следующий день приходили, и ему стало легче. Вот просто вот после первой таблетки, это было 0,5 таблетки, ему стало легче. Мы просто вздохнули. Понятно, что одними таблетками ребенку не помочь. Необходим целый комплекс процедур. Но вот только наши медики отказывают им в этом. Впрочем, каждая онлайн-консультация с врачом платная. Ежемесячно на закуп лекарств уходит больше 1 000 000 тенге. К счастью, семье Алпысовых помогают неравнодушные казахстанцы. Али нужны вот такие шприцы для кормления. Питается мальчик только через зонд, который тоже нужно менять каждый раз. Ест только молочную смесь. Этой баночки хватает на 2 дня. Нужны подгузники, пеленки. И это на ежедневные траты. А недавно украинские врачи назначили мальчику ежедневные уколы и систему. Но в 7-й столичной поликлинике в этих медицинских процедурах им отказали. Поэтому медсестру нанимают сами. И это тоже немалые деньги. Помимо Али в семье еще 2 детей. Старший 3 годика, младший только 6 месяцев. Живет семья на 1 зарплату супруга. Нанять сиделку для Али, естественно, нет денег. Жилье съемное. Когда младшая родилась, сын еще был абсолютно здоров. Мы не спим с мужем, ну как, мы спим по очереди. Потому что круглосуточно мы его охраняем. Муж приходит с работы, ужинает, ложится спать. Он спит там определенно несколько часов, мы с ним договариваемся. Так, давай, сегодня вот ты до стольки поспишь, а потом ты ляжешь, и я буду
Али будет жить полноценной жизнью. Для родителей малыша это очевидно. Они готовы на все и будут бороться за его жизнь до конца. Родителям маленького Али нужна наша с вами помощь. Контакты семьи Алпысовых вы видите на своих экранах. Ну а мы отправили официальный запрос в Министерство здравоохранения с вопросом, почему Али с таким тяжелым заболеванием не может рассчитывать на помощь государства? Почему иностранный доктор взялся за лечение ребенка? И также обратились в городскую поликлинику номер 7, на каком основании им отказали в жизненно важных медицинских процедурах. Значит, данный ребенок поступил к нам в 7-ю поликлинику и прикреплен, соответственно, с 20 октября 2020 года. Взят сразу же на учет у невролога. Но согласно Кодексу здоровья, статьи 273, о врачебной тайне диагноз я не могу озвучить. Данному ребенку мы предоставили все медицинские услуги и даже помогли в оформлении инвалидности. То, что со стороны мамы, она хочет, требует, можно сказать, провести какие-то инфузии препаратов, которые в условиях домашнего обслуживания мы не имеем права согласно приказу. А данный препарат, который она хочет, чтобы мы проводили инфузию, этот препарат делается только в условиях стационара. Тем временем мы связались с лечащим врачом Али, украинским нейроиммунологом Дмитрием Мальцевым. По словам доктора, мальчик сейчас не транспортабельный, поэтому лечение проходит дистанционно. Ну и здесь уже есть положительная динамика. Сейчас мы боремся за жизнь ребенка вот этой терапией. Если она не подведет, она пока что не подводит, она помогает, я вижу. И то ребенок выживет, если она не подведет, в последний момент, скажем так. Сейчас за 3 месяца вроде бы вирус вскоре отступает, мы побеждаем. Это видно в том, как ребенок себя ведет. У него получается не ухудшение, как раньше шло потихоньку, а наоборот, стабилизировалось состояние и чуть-чуть пошло улучшение.